это трудно поверить. Еще прошлой весной на этом месте был заброшенный сквер. Парк Кирова, так привычнее. Теперь по инициативе президента Покровский. Новое здесь не только название, но и инфраструктура. Постаралась МВД. Мы, проводя субботник, решили просто почистить этот парк единожды. Почистив, сняв старые ветки, почистив деревья, убрав горы мусора, которые здесь находились, увидели, что этот парк достоин внимания. Решили продолжить. И вот так, шаг за шагом, сварили кашу из топора. Блюда приправили новыми дорожками, клумбами, фонарями, скамейками, урнами, парковкой, уличными тренажерами. Да и детский городок теперь здесь есть. И это чуть больше, чем за год. Потратили около 3 миллионов рублей. Это, кстати, в основном безвозмездная помощь столичных предпринимателей. Если уж делать, то делать по-человечески. Делать, конечно, надо было. Вот эти мы поставили для камеры. Здесь есть освещение в ночное время. Сегодня обновленный парк Министерство внутренних дел официально передало столице. Символичный ключ глава ведомства вручил мэру города. Одним из первых гостей здесь стал президент. Вадим Красносельский поблагодарил всех, кто оказал содействие в реализации проекта.